Все-таки мы вышли на улицу, как всегда, на прогулку и увидели, что у нас праздник. Тут что-то происходит. Пойдемте скорее вместе. Смотрите, узнавать что-то. Смотрите, там елка, там дети. Здравствуйте, ребята! Заводила и затейник. Мастер всяческих утех. Он без устали и лени раздает веселый смех. Кто же это? Нет, это скомороки, ребят! Скомороки! А теперь давайте поиграем с вами в игру. А то холодно у вас, уже замерзло совсем. Кто любит груши? Я! А кто маме помогал? Я! А кто елку наряжал? Я! А кто пыль вытирал? Я! А кто чашку разбил? Я! А кто за тобой в туалете? Эля, не ты? Нет. А вы знаете, где у вас голова? Я знаю, покажите голову. А где у вас коленки? А где попа? Все знают. А сейчас мы будем говорить. Голова, и вы будете показывать голову. Покажем коленки. Показываем коленки. А мы будем вас путать. Договорились? Голова. Где голова? Коленки. Локти. Уши. Голова. Нос. Что-то его нету. Где-то ходит, гуляет к нам. А вот вы скажите его и поищите. И мы с вами будем играть в такую игру. Мальчики будут дергать девочек за волосы. Да. А девочки мальчикам давать подзатыльник. А потом будет такая игра. Боитесь правил. Ну что, играем? Эля, ты представляешь, Дед Мороз к нам во двор пришел. Вот это да. Поздравляю с Новым годом. Счастья, радости желаю. Светлой жизни 100 годов. И здоровья 100 пудов. Праздничной елке приглашаю всех друзей. Давайте хоровод водить. Деда Мороза я люблю. Да. Ой, какой большой хоровод! Хрюшка идет! Хрюшка идет! Ой, смотрите, хрюшка бежит к нам! Розовая! Танцуй лопату! Вот это класс! Вы такие хорошие у меня. Дед Мороз даже с подарками пришел. Смотрите. Дед там конфетки дает. Алиса конфеты получила. Пойдем, Алиса. Что вы пожелаете в уходящем году детям и в наступающем новом? Да, мы с дедом пожелаем детям, чтобы они добро учились, были здоровые и слушали маму с папой. Вот подтверждаю. С Новым годом! Счастья, радости желаем в новом году!
Ура! С Новым годом! С Новым годом, ребята! Чтобы все ваши мечты сбылись, чтобы вы нашли под елкой самые лучшие подарки. И всем пока-пока, ребята! Это огоньки, они колючие? Ну да, они такие. Я помню, что ковер сожгла? Да, у меня в детстве ковер сожгла. Ну не полностью, конечно, это сейчас ребята подумают, что пожар устроила. Но дырку прожгла, потому что уронила. Нет, она не будет о пальце. Поднимай вверх. О, класс, танец.